Всего доброго, внимательнее, аккуратнее, не нарушайте, всего соблюдайте вам правила дорожного движения. В Екатеринбурге дорожные инспектора на пару часов разбросали сети, совершенно не похожие на рыбацкий невод, на людных пеших переходах, и выудили на зебрах почти полсотни нарушителей, подавляющие тех, что на двух колесах, самокатных и велосипедных. К слову, в большом городе моноколесные экземпляры тоже водятся. Но на глаза сотрудников ДПС в ходе того рейда «Пешеход и переход» гироскутерные так и не попались. Зато залетных самокатчиков, не в смысле географии, а тех, кто залетел на штраф 800 ре, было хоть пруд пруди. Гаишники тормознули даже парочку курьеров, развозчиков еды, желтыми коробами за плечами, которые спешили по адресам и не спешились на зебре. С учетом выписанных штрафов получается, что пацаны клиентам скатались зазря, с нулевой рентабельностью. Судя по всему, у пешеходов и велосипедистов в Екатеринбурге появились серьезные конкуренты. Симоводы, многие из последних, как вторые и первые, с правилами дорожного движения дружат так себе, а то и вовсе в контрах. Всего за пару часов было привлечено к ответственности 45 нарушителей. Со всеми участниками дорожного движения проведены профилактические беседы о строгом соблюдении правил дорожного движения. Детям вручены памятки о безопасном поведении вблизи проезжей части. Велосипедистам и лицам, управляющим СИМ, напомнили о необходимости спешиться при переходе дороги. Самокатчиков, конечно, можно понять. Они парят над землей, в двух вершках выше уровня асфальта, и ощущают себя на фоне пешеходов практически небожителями. И, вероятно, полагают, что в пешей толпе на зебре они почти незаметны. Но все эти «почти» и «практически» частенько заканчиваются плачевно. В лучшем случае – разбитыми коленками.